Приветствую вас. Если интерес был у молодого человека, то вернуть этот интерес, конечно, можно. Вне всякого сомнения, можно вернуть интерес молодого человека, если он, ну, вот, сохранился, если он был. Другой вопрос, что для этого потребуется. И другой вопрос, какие ваши поведенческие элементы привели к тому, что молодой человек перестал вас ценить, перестал к вам относиться трепетно, перестал вас уважать, перестал воспринимать вас, так сказать, вот, позитивно, да? Вот. Это вот очень важный момент на самом деле. Поэтому я думаю, что здесь имеет смысл проанализировать ваши отношения. Проанализировать непосредственно ваше отношение к молодому человеку, непосредственно ваше поведение по отношению к нему. И, соответственно, будет понятно, какие конкретно ошибки и что вы допустили в отношениях. Вот. Я думаю, примерно так можно ответить. Вот. Возможно, вы слишком быстро начали жить вместе, и у молодого человека появилось чувство, что он вас завоевал, у молодого человека появилось ощущение, что он вас покорил, и, соответственно, все. Вот. Может быть, такая штука еще. Хотя это не факт совершенно, но я бы на это обратил бы внимание ваше какое-то. Вот. Также я обратил бы ваше внимание на то, как вы его воспринимаете, да, то есть вот, ну, кем вы его видите для себя. И обратил бы ваше внимание я еще на то, что между вами общего. Потому что, ну вот, пока, судя по описанию, общего между вами совсем не так уж и много, мягко говоря. Вот. Вот то, что я могу вам сказать. Ну и свои чувства к молодому человеку. Свои чувства, вот то, что вы чувствуете, тоже желательно бы лучше понимать. Вот. Такая вот история. Ну а вернуть его интерес, да, можно. Если вы, допустим, вспомните, как вы вели себя, вот с ним, да, и что изменилось. Опять же, нужно понимать, что, ну, когда вы приезжаете в чужую страну, это всегда более такая негативная история для вас, потому что вы в менее выгодной позиции, вы в более уязвимой позиции находитесь, и, соответственно, после достижения более глубокой духовной связи, мне кажется, имеет смысл переезжать, ну или хотя бы встречавшись где-то на нейтральной территории, чтобы понять, как вообще в быту, да. Вот. Это очень важно понимать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится.